Ну, а это у нас с вами посылочка от ребят, как вы могли заметить, по логотипу компании Союз Microphones. Давайте ее сейчас распакуем. Посмотрим, что там приехало. Потому что сегодня просто миссия невыполнима. Нет, мы сейчас смотреть не будем, потому что пока я вам эти девайсы показывать не могу. Надо собираться. Это пока, можно сказать, секретный проект. Так. Сегодня, короче, в связи с тем, что снимаем коротенькое интервьюшку со Skiff Music, я решил замутить убийство сразу всех зайцев и завести обзорные гитары в Avalon, где я не был уже года 4, наверное. Да и ладно. Почему бы и нет? Ебаный ковыряный. На, ебаный ковыряный. Это Маш 17-ка перейдем. Ты помнишь, как она звучала? Ну так, да. Прикольно. На 15 тысяч, если мне память не изменяет. Чистокровный китайский. А что с этим? Подожди, а что с подключением? А-а-а, а-а-а, что? Все понятно. Два батарейных блока? Да. Блин, где тут? Вот он. Чекаешь, да? Так, это громкость на максимум. Опять клин, да, смотри. Давай. Ух, блин. Ты видишь, на ней нифига не видно, то есть ничего не остается, я не знаю как. То есть вот смотри, смотри. Он их... Как это сделал? Ну он ее жарил долго. Ну слушай, текстура, конечно. Извините за выражение, пиздатая. Блин, хорошо, хорошо. Она ощущается просто... Она и легенькая достаточно. Ёптель-моптель. Это все... У меня лежит он просто. Ну, хороша, хороша. Бля, тут... Мне кажется, у тебя ремень тяжелее гитары, однозначно. А ты специально сделано, чтобы ты чувствовал, что гитара есть. Yeah! 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 Yeah!
Hello, Moscow. Yeah, we are Metallica. Yeah. And you, Metallica, is a drop dead Metallica. Yeah. Это кто? Прикольно. Рата Густан Гитарс. Очень прикольно. Прикольно. А это? А чё? Иди пробуй. Блядь, он заказывал, да? Батя, зачем ты удалил моего персонажа за Альянс? За Орду. Будь мужиком, играй на полную мощь. Все, рад был. До свиданий. Приезжайте еще. Привет. Никогда не виделись. Да. Теперь, это если двухствольно уже мало. Это когда вам привет от мистера Сальери уже не работает просто. Типа Висла, только... Только квадратный. Только квадратный, и здесь можно вот здесь еще брать. Ну, как бы тут два ствола сразу играет. Ну, типа как двухствол Капимак, только ты можешь... Тут одну ноту берет, а здесь ты можешь как тонику держать одну из трех. Ага. На, кстати, я понял, да. Держи подарок. Еще увидимся. Теперь точно знаю. Сейчас тихонечко будем снимать. Блин, круто. Рад тебя видеть. Вот, честно. Здорово. Так и вот наш сет сегодня. Акустику, мне кажется, лучше поставить вот сюда за тревелом. Тревел не будет ее, во-первых, загораживать. Да. Во-вторых, тревел будет выглядеть еще меньше на фоне акустики. Вот сзади. То есть прям люди скажут, какая маленькая гитара. Да, видно, нормально. Ну вот сюда еще, в принципе, Лес Пол влезет. Он небольшой. Не, вряд ли.
Вот сюда вот. Она... Так, нормально она в кадре? В кадре нормально она? Так, да. Так, да. Ну, чуть-чуть боком, чтобы было видно, что у нее. Блин, не, они что-то видишь к Сергею ближе. Ну это прям про сейчас. Как ваше настроение? Да прекрасно. Вон там ребятки сидят, снимают. В темноте его не видно. Вот это и есть. Ну, влог, опять-таки, это про музыку, про работу. Ну, или... в основном. Вот так вот, господа, выглядит чужой, а не хищник. Это кто-то решил вот так вот фейкануть Папы Хэта гитарку. Неплохо, кстати, неплохо. Давай, покедови. Все. Очень-очень рад был. Спасибо тебе. Единственное, Петю. Слушай, на память. Спасибо. Можно? Давай. А, да, нам надо это. Давай. А теперь домой спать.